этому времени только в Китае погибло уже свыше 35 миллионов человек. В этих условиях кардинально изменить ход войны могло только вступление в войну против Японии Советского Союза, обладающего колоссальным опытом ведения континентальных военных действий. Таким местом стал северо-восточный район Китая – Маньчжурия. Маньчжурия, а также колониальная Корея имели для Японии большое военно-экономическое значение. Здесь добывался уголь, железная руда, цветные металлы. В этом промышленном регионе производились чугун, сталь, электроэнергия. Сюда японцы эвакуировали многие военные заводы. Здесь производилось 55% японского синтетического горючего. Отобрав у Японии Маньчжурию, союзники могли вынудить ее капитулировать.